אני לא הולך להציג הרבה מדי את גרי. גרי וגרג, תעמדו בבקשה. If you can stay for a moment. Я не буду слишком много говорить о Гере и Греге. Элохим натан лем невуа, матнат невуа. Бог дал им пророческий дар. זה אחד מהמתנות מאוד חשובות בגוף המשיח. Это один из самых важных даров в теле Мессии. ואמת חסר לנו פה בישראל. И нам в Израиле не хватает этого дара. ואמת אנחנו צריכים לקבל את זה פה. И правда в том, что мы должны его получить здесь. וגם אלוהים רוצה להשתמש אולי כמה מאיתנו עם מתנה הזו בעתיד. Я верю, что Бог хочет использовать некоторых из нас с таким даром в будущем. כי על זה יש יותר מדי נבואות בתוך כתבי קודש. Потому что на самом деле в священных писаниях есть достаточно пророчества об этом. Поэтому будьте открыты, чтобы принимать пророческий дар. И будем смотреть, как Бог будет осуществлять свое слово. Well, good morning. Доброе утро. You can be seated. They can be seated. Можно садиться. Well, it's an honor to be with you. И это честь для меня быть здесь с вами. How many were here last night? Сколько из вас были здесь вчера? How many were blessed last night? Сколько получили благословения вчера? Amen. Amen. We're delighted. Greg is from upstate New York. Грег приехал из штата Нью-Йорк. And I'm from Canada. А я из Канады. Just outside of Toronto. Недалеко от Торонто. And it's nice to be here because I left snow. И было приятно побывать здесь, потому что я уехал из снега. And so for a Canadian to be in nice warm weather like this, it's a bonus. А в Канаде, если вот такая погода летом, то это замечательно. It's a beautiful day. И сегодня прекрасный день. Last night we talked a little bit about the spirit of prophecy and what God can do. Вчера вечером мы говорили о духе пророческом и о том, что Бог может делать. I believe that God is always speaking. Я верю, что Бог всегда говорит. The Bible talks about how God has many, many thoughts about us. И Библия об этом говорит и рассказывает то, что Бог думает о нас. Isaiah says his ways and his thoughts are higher. Исаия говорит, что его мысли и его пути, они выше нашего понимания. When I read that verse, когда я первый раз прочитал это место, I have this thought. Ко мне пришла такая мысль. It doesn't mean his thoughts are inaccessible. Это не значит, что его мысли недостижимы. It just means they're higher. Это лишь значит, что они выше, чем наши мысли. It means you and I need to elevate our thinking. Это значит, что вы и я, мы должны подняться в нашем разуме, в нашем понимании. We need to let God renew our minds. Мы должны позволить Богу обновить наши умы. So that we would have the mind of Christ. Чтобы у нас был ум Мессии. That we would think like Christ. Чтобы мы думали подобно тому, как думает Мессия. That we would speak like God. Чтобы мы говорили подобно тому, как говорит Бог. That we would love like God. Чтобы мы любили других подобно тому, that как любит Бог. That we would act like God. Чтобы мы действовали подобно ему. That we would move under the Holy Spirit in our lives. Чтобы мы двигались под действием Святого Духа в нашей жизни. I found God speaks to us many different ways. Я думаю, что Бог разговаривает разными способами. Ultimately, the first way that God speaks to us is through His Word. И, разумеется, первый номер один – это Бог говорит через свое слово. This has to be the foundation for everything that we do. Это должно быть основанием всему тому, что мы делаем. Everything that we say, even in prophetic gifts. Have to line up with God's word. Все, что мы говорим, даже под действием пророческого дара, должно основываться на Слове Божьем. The Holy Spirit will never contradict His word. Дух Святой никогда не будет противопоставлять себя Слову Божьему. Are we? Do we agree with that? Согласны ли вы со мной? Amen. You could say amen. Скажем амен. However. Тем не менее. If we just limit God's ability to only speak through His word, если мы ограничим возможности Бога тем, чтобы Он говорил только через то, что написано в Писании, в Библии, we're going to miss divine opportunities. То мы упустим божественные возможности. To receive specific direction or revelation. Для того, возможности получения конкретных направлений и откровений. Have a drink. We're going to miss specific opportunities for God to comfort us and encourage us.
мы можем упустить тот момент, когда Бог хотел бы нас поддержать и воодушевить. Through the work of the Holy Spirit in each believer's life. Посредством работы Святого Духа в жизни каждого верующего. And through the people around us. И посредством людей, окружающих нас. Everything we hear from God. Все, что мы имеем от Бога, must line up with this. Должно соответствовать Слову Божьему, Библии. But the Bible makes it clear that God has given to the church gifts. Но Библия также очень ясна в том, что Бог дал дары своей общине, церкви. That everyone has a gift. У каждого из вас есть дар. Would you say, I have a gift? Скажете ли вы, да, у меня есть дар? Поднимите руки. Listen, I didn't say you are a gift. Я не сказал, что вы сами дар. We all have gifts. Но у нас у всех есть дары. Right? I turn to my wife one time, I say, I'm the gift that keeps on giving. Keeps on giving. Я как-то обратился к своей жене и сказал, я тот подарок, который все еще дарится. Think about it this way. He likes that, okay. Ему понравилось, он согласен. Think of it this way. If you needed healing this morning, вот давайте подумаем таким образом. Если сегодня утром вам нужно исцеление, and Isaac here carried the gift of healing, и вот у Исаака есть дар исцеления, would you not want to know? Would you not want to know that? Не хотели бы вы быть, ну, знать это? If someone had, this little lady right here, had the gift of faith, если вот у этой женщины есть дар веры, and you needed faith this morning, а вам нужна вера сегодня утром, wouldn't you want to know? Вы бы не хотели быть в курсе, что у нее есть такой дар? If you needed a word of wisdom today, если вам нужно слово мудрости, and the brother in the back there, и вот брат, который сидит там he сзади, carried a gift of the word of wisdom, и у него есть дар слова мудрости, would you want to know? Не хотели бы вы поговорить с ним? If you needed a miracle today, если сегодня вам нужно чудо, and this lady right here, и вот эта женщина здесь сидящая, had the gift of miracles, у нее дар чудотворения, would you want to know? Не хотели бы вы с ней пообщаться на эту тему? How many would want to know that? Сколько бы хотели? I want you to turn to the person beside you. Я хочу, чтобы вы сейчас повернулись к сидящему рядом с вами и задали бы вопрос. Do you have what I need? У тебя есть то, что нужно мне? Because every person here, вы слышали друг друга? Has the ability, у нас есть возможности, given by God, способности, данные Богом, to function in gifts, чтобы действовать дарами. A gift is not for you. И дар — это не то, что дано лично для вас. It's not so that you can say, I have a gift. Это не только для того, чтобы сказать, вот у меня есть дар. A gift is for you to exercise to give to somebody else. Дар — это то, что вы должны практиковать для того, чтобы помочь кому-то другому. And God wants to speak through His people. И Бог хочет говорить через свой народ. He wants to minister to people. Он хочет, чтобы мы служили другим людям. So this is the first way God speaks to us. Так вот, Писание, Библия — это номер один, через что Бог говорит с нами. But God wants to speak through other ways. Но Бог хочет говорить и другими способами. Another way that God speaks to us. Еще один способ, как Бог разговаривает с нами. It's what the Bible talks about, the inner man or the inner person. Это то, что Библия говорит о внутреннем человеке. Isaiah says it this way. Исаия таким образом описал это. You'll hear a word from behind you. Вы слышите слово как бы откуда-то позади себя. Say, this is the way, walk ye in it. This is the way, walk ye in it. Это тот способ, как мы можем двигаться. Elijah heard a still small voice. И Илия слышал голос такой тихий и спокойный. When you and I come to Christ, когда вы и я пришли к Мессии, наш дух возродился, стал живым. Дух до этого момента наш был мертвый в грехе. Но когда мы пригласили Мессию в нашу жизнь, наш дух начал общаться с Богом, и наш внутренний человек начал возрастать. And so with that is the ability to commune with God.
стала расти наша возможность, наша способность общаться с Богом. И наша способность слышать голос Божий. Our spirit converses with God. Наш дух, он ведет диалог с Богом, он общается с Богом. What I have found, sometimes that's a random thought. Я обнаружил, что иногда это просто мысль. It's an impression. Иногда это впечатление. It's something that I wasn't even thinking about. Это что-то, о чем я даже не размышлял заранее. Many times it's very, very practical. Иногда это бывает что-то очень практичное. When I do a lot of driving. Вы знаете, я очень много езжу на машине. And in Greg's state, I sometimes have to drive through his state to get to where I live. И иногда мне приходится проезжать через штат, где живет Грег, чтобы добраться до моего дома. And in Greg's state, they have a particular highway that has a lot of deer crossings. Deer. For deers. И у них есть такая скоростная трасса, через которую очень часто пересекают, есть такие специальные переходы для оленей. They have a lot of signs warning you of that. И там стоят дорожные знаки, предупреждающие олени. Берегитесь. Now, this has happened to me 4 times. И у меня уже было 4 раза. I'm driving at 70 miles an hour. Я еду себе спокойненько, 70 миль в час, это примерно 100 километров в час. I'm not thinking of anything. И ни о чем не думаю. I'm just driving. Просто еду. I'm just zoned out. Просто как зомби. I'm just driving. Еду, еду, еду. And then all of a sudden, и вдруг неожиданно I have this thought. Ко мне приходит мысль. Deer. Олень. And immediately I kind of wake up. Я просыпаюсь сразу же. And every time this has happened to me. И каждый раз, когда это со мной случалось, it's like I come around a corner. Я заворачиваю за угол. And there's a deer right in my path. И у меня на дороге стоит олень. And I just have enough time to get out of the way. И у меня достаточно времени, чтобы его обогнуть. It's like one time I heard a deer and I just got out of the way and I was like slow motion driving by the deer. И один раз это было так, что стоял олень, и я смог увернуться, и это было как в замедленной съемке, я буквально проскользнул рядом с оленем. It was just a thought. It was just a thought. Это была просто мысль, которая... It was a random thought. Это была такая удивительная мысль. But it was God's way of protecting me. Но таким образом, через такую предупреждающую мысль, Бог защищал меня. Another time happened where my wife and I were in our house. Еще был случай, когда я и жена были дома. Our little boy was maybe 4 or 5, and he was outside playing. Наш младший сын, ему было где-то 4 или 5 лет, и он играл во дворе. And we couldn't see him. Мы его не могли видеть из окна. And both of us had this thought, where is Josh? И вдруг у нас обоих посетила одна и та же мысль, где Джош? Just as my wife opened the door, и буквально момент, моя жена открыла окно, our neighbor открыла called дверь, us. И нам позвонил сосед. My wife went, Josh! И моя жена выглянула из двери и крикнула, Джош! And my neighbor said, hey, you better look for your son. И мой сосед в этот момент позвонил по телефону и сказал, посмотрите, где ваш сын. Our son came out behind a van. He was behind a van. Наш сын вышел за наш минибус. And he came running to us. И стал бежать к нам. So we didn't think anything of it. Мы думали, что ничего не случилось. Our neighbor said, но наш сосед сказал, there was a young girl there. Там была молодая девочка. And she was asking him to pull his pants down. She was asking him to pull и his pants down. Которая сказала нашему сыну снять штаны. My son was a little kid. А мой сын был маленький совсем. He had no idea. Он вообще не понимал, зачем ей это нужно. But both of us at a given moment. Но мы в один момент получили предупреждение. Had the Holy Spirit speak to us. Дух Святой проговорил к нам. And protected him. И защитил его. Sometimes it's a thought or an impression. Вы знаете, иногда это бывает на уровне мысли или на уровне впечатления. I was just in Taiwan in September. В сентябре я посетил Тайвань. And I'm standing over a lady. И я стоял около одной женщины. I'm going to minister to her. Собирался за нее молиться. And I always tend to try to wait on the Lord.
И я должен был бы подождать, пока Бог что-то мне скажет. Habakkuk says, he says, stand still. И он мне сказал, стой прямо, спокойно. Стой и жди. And he says, I will wait to see what the Lord will show me. И я сказал, я буду ожидать, что Бог мне покажет. And so I just stood there. И вот я просто стоял. I wasn't thinking anything. Ни о чем не думал. And I had this thought. И мне пришла мысль. Hong Kong. Гонконг. That's all I heard, Hong Kong. Все, что я услышал, это название города, Гонконг. The lady is, she's Asian. Да, женщина была из Азии родом. It's a good chance she might be from Hong Kong. И можно предположить, что она была из Гонконга. But I've learned to trust those impressions or the inner voice. Но я научился доверять вот этим вот ощущениям, впечатлениям, этому внутреннему голосу. So I said, I hear Hong Kong. И вот я сказал, я услышал слово Гонконг. This lady was not saved. И эта женщина была не спасена. As soon as I said Hong Kong, because I was standing behind her. И как только я произнес Гонконг, и я стоял перед ней. She went like this. Она вот так подняла голову и посмотрела на меня. Like if, what did you just say? Как будто бы, что ты только что сказал? And he began to talk to her about how God wanted her to be in Hong Kong. You began to... Yes. И я начал говорить ей, что Бог хочет, чтобы она приехала в Гонконг. I began to tell her how God had a plan for her life. И я начал ей говорить о том, что Бог имеет план для ее жизни. I asked her if she heard of Joseph in the Bible. Я спросил ее, слышала ли она об Иосифе из Библии. She goes, I don't read the Bible. Она сказала, я не читаю Библию. So I talked to her about Joseph's story. И я рассказал ей историю об Иосифе. There's a great scripture in Genesis where Joseph says to his brothers, he says, I am in the place of God. И есть удивительное место Писания в книге Бытие, где Иосиф говорит своим братьям, я нахожусь в том месте, которое запланировал Бог. And I talked to her about how there's a place in God where God can take all her pain and cause her to forget and make her fruitful. И я также объяснил, рассказал ей, как Бог может забрать всю ее боль, изменить ее и сделать ее плодородной, плодовитой. Now, folks, when I'm hearing from God, when I'm hearing from God, и когда я слышу что-то от Бога, I'm going to look at you so you can hear me, okay? And I won't look at the crowd. When I'm hearing from God, I'm not thinking about what the person is doing. Когда я слышу что-то от Бога, я не думаю, не размышляю о том, чем занимается данный конкретный человек. Because I got my eyes closed. Потому что у меня и глаза часто бывают закрыты. Но моя жена, которая была рядом, она сказала, вот эта женщина, которой ты пророчествовал, она стояла и вся дрожала вот так. She was doing everything to not cry. Она с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться. So we finished the prophetic time. И вот мы закончили наше пророческое время. I turned to the owner, and the owner, she starts doing this. The owner starts getting my attention. The owner of the company. А, и я обратился, когда мы закончили, я обратился к владельцу компании, который все это время пытался привлечь мое внимание. I was asking for feedback. Я задал ему вопрос, ну какие твои впечатления? And she pointed to the girl. И эта женщина показала на девушку. She goes, you said Hong Kong. Она сказала, ты ей сказал Гонконг. He said, for the last, she said, for the last three weeks. В течение последних трех недель, сказала она. We've been asking her to start a branch of our company in Hong Kong. Мы просим ее ответвление нашей компании в Гонконге. Just a thought. И это была лишь мысль. Spoke something over this person. Которая была произнесена человеку. It confirmed to her, и это было для нее подтверждением, that God knows her. Что Бог знает ее. So God wants to speak through us. Итак, Бог хочет говорить через He нас. Speaks into our inner man. Он говорит внутрь нашего человека. The Bible says that one another way that God speaks is through godly counsel. И Библия говорит, что еще один способ, как Бог говорит к нам, это через консультирование, когда верующие консультируют других людей. I read it in my devotions this morning, Psalm chapter 1. Я читал Псалом 21. That God gives us godly counsel.
Бог дает нам божественный совет. And that there are godly people that God wants to use in our life to speak to us. И Бог также избирает людей верующих для того, чтобы говорить через них к нам и давать советы. Everyone should have some godly friends who you can talk to. У каждого из вас есть какие-либо верующие друзья, с которыми вы можете поговорить и посоветоваться. Some of I have a number of godly men in my life and women who regularly I ask for their advice on things that I'm working through. У меня есть несколько друзей, верующих мужчин и женщин, которые периодически задают вопросы, просят совета. God speaks through dreams and visions. Также Бог говорит через видения и сны. I was in a few years ago I was in the nation of the Virgin Islands. Несколько лет назад я был в одном народе на островах Virgin. The US Virgin Islands. Виргинские острова, наверное, это по-русски. And it doesn't translate, so that's okay. I was somewhere in the States. Это в Америке. And I ministered to a senator. To who? A senator, a government official. Я служил одному сенатору. And it was a very good word to him. Это был очень хороший человек. A few years later, he got re-elected. Он был переизбран позднее. And he said, Gary, so I congratulated him on Facebook. И он увидел, что я прислал ему поздравление в Фейсбуке. He texted me and said, Gary, can I talk to you? И он ответил мне и сказал, Гэри, можно с тобой поговорить? I said, call me at this time, we'll have a conversation. И я сказал, вот в такое-то время позвони мне, мы поговорим. He called me up and he said, Gary, I had a dream last night, I don't have the interpretation, can you speak, can you tell me? И он сказал, Гэри, мне приснился сон прошлой ночью, и я не могу его истолковать, может быть, ты мне поможешь? I was like, I don't know about that. I don't do that. И я сказал, ты знаешь, я как-то таким вещам не занимаюсь, не знаю, не знаю. I said, but you tell me the dream. Ну давай рассказывай, посмотрим. I'm gonna ask God. А я буду спрашивать Бога. And so we prayed. И вот мы помолились. And he told me the dream. Он рассказал мне свой сон. And immediately, right in front of me. И сразу же передо мной. A TV screen dropped down. Я увидел как бы телевизионный экран. And I saw letters on this sentences. И там был текст прописанный. So he starts he's telling me and I'm just writing what I'm looking at. Он смотрел, я смотрел, и я стал записывать. And so he finishes his dream. И вот он закончил рассказывать свой сон. I said, Senator, here's your dream. И я сказал, вот о чем этот сон. Here's the answer to the dream. Вот ответ на этот сон. And I told him it. И я пересказал все то, что я успел записать. Later, Через пару минут вот это я услышал на другом конце провода. Он плакал. Said, Senator, you okay? Я спросил, сенатор, с вами все в порядке? He goes, I don't know if I can do this. Он сказал, не знаю, справлюсь ли я с этим. I said, Senator, I said, God gave you a dream, and somehow He's given me the interpretation. Я сказал, послушайте, сенатор, вам Бог дал сон. Мне каким-то образом Бог дал объяснение. I said, Senator, this is about your future. Это по поводу вашего будущего. I said, if God gave you the dream, God will make it happen. Если Бог дает сон, то Бог позаботится о том, как это все осуществить. The dream was basically that he saw himself on a stage. И сон был примерно вот о чем. Сенатор увидел себя стоящего на сцене. And the stage was very shaky. И эта сцена была не твердым основанием, она колебалась. And there was opposition. И там была оппозиция. So this was the interpretation. И вот какое было истолкование. The stage is a new platform. Эта сцена — это новое основание, новая you're платформа. About to, you're about to go up into a new level in front of all of your friends. Тебе придется подняться на новый уровень перед всеми твоими друзьями. The shakiness is that you've never been there before, and there are people who would oppose you. То, что сцена трясется и стоит неустойчиво, говорит о том, что это нечто новое для тебя. Ты никогда не был в таком положении, и у тебя есть много оппозиционеров. But because you will be faithful
Even though it's shaky, you're going to be firm, and you'll take that position. Но поскольку ты верен, то ты будешь стоять твердо даже на непрочном таком основании, и оппозиция не устоит против тебя. Then we discussed what that position was. И дальше мы обсуждали, в чем заключается оппозиция. He's a senator with a group of 17 senators. Вместе с этим сенатором была группа из 17 других сенаторов. And they elect one guy to become the president of that whole Senate. И они избирали одного человека, чтобы он был президентом всего этого сената. It's the next stage for him to go into another position. То есть это новая ступень для того, чтобы ему перейти в новую позицию. So that was it. И вот это было об этом все. I said, see you later. Я сказал, пока, увидимся позже. Положил трубку и продолжил свои дела делать. 2 weeks later. 2 недели спустя. He sends me a video. Он послал мне видеозапись. And he's in his new position. И вот он стоит в своем новом положении. He's now the senator, the president of the whole Senate. Он теперь сенатор высшего уровня, президент над всем сенатом. Because God speaks through dreams. Потому что Бог говорит через сны. He speaks through visions. Он говорит через видение. He also, last one, is that he speaks through the gifts of the Spirit. И также Бог говорит через дары Духа Святого, which we would use as the prophetic gift. Которые мы используем как пророческие дары. God wants to speak through prophecy. Бог хочет говорить через пророчество. He wants to declare promises over our lives. Он хочет провозглашать обетования, обещания для нашей жизни. I have this belief. У меня есть такая вера. You may not agree, but that's okay. Может быть, вы и не согласитесь, но это тоже нормально. New Testament prophecy. Пророчество Нового Завета is different than Old Testament prophecy. Отличаются от пророчеств Ветхого Завета. Old Testament prophets, if they got something wrong, they got stoned. В Ветхом Завете, если пророк что-то неправильно пророчествовал, его били камнями. In New Testament prophecy, we're under grace. А в Новом Завете пророчество под благодатью. Nobody brought stones this morning, correct? Никто сегодня камни не принес, правда? See, the Bible says in the New Testament that we're to test all prophecy. Библия говорит, по Новому Завету вы должны проверять все пророчества. We're to prove God's word. Чтобы подтвердить Слово Божие. We have to evaluate God's word. Мы должны оценивать Слово Божие. And so God wants to speak promises to us. И Бог хочет говорить нам свои обещания. A promise is something that it's a declaration that something will or will not be done or given. Пророчество — это некое провозглашение о чем-то, что будет или не будет совершено. A promise has an expectation of good things to come. Обещание — это ожидание добрых, хороших вещей, которые должны произойти. I love what Bill Johnson says about a promise from God. Мне очень нравится, что сказал Билл Джонсон об обещаниях от Бога. A promise is when God goes into your future. Обещание, сказал он, это когда Бог отправляется в ваше будущее. He brings back a word. Оттуда приносит вам назад слово. Necessary to get you to your future. Которое необходимо, как бы ключевое слово, которое необходимо для того, чтобы вы попали в это будущее. So God wants to speak a word into your heart. Таким образом, Бог хочет проговорить вам в сердце слово. A word of scripture. Это слово из Писания. A word of prophecy. Это пророческое слово. An impression or a thought. Впечатление, мысль. It might come from a conversation with a leader. Иногда это слово может прийти из общения, из разговора с лидером. God wants to speak to you. Бог хочет разговаривать с вами. He wants to bring you closer to him. Он хочет, чтобы вы пришли ближе к Нему, к Богу. Amen? Amen, не так ли? Couple more thoughts, and then we'll jump in and start prophesying to people. Еще пара мыслей, и мы перейдем к тому, что мы начнем пророчествовать людям конкретно. People ask me this all the time. How do I hear God's voice? Люди меня часто спрашивают, как я слышу голос Божий. Here's some very practical things. Есть очень несколько таких практических вещей. Number one. Номер один. Is I wait on the Lord. I wait on the Lord. Я ожидаю от Бога. I be still. Я спокоен. Bible says, be still and know that I am God.
Библия говорит: будьте спокойны и познайте, что я Господь. So last night, if you noticed, Greg and I. Вчера вечером, если вы заметили, Грег и я. We would come to a person. Мы подходили к человеку. And most times we would just wait. И в большинстве случаев мы немножко ждали. What are we trying to do? Мы пытались понять, что же нам делать дальше. We're trying to get in neutral. Чтобы нам, so that we can hear God for the individual. Мы старались быть нейтральными, чтобы нам услышать, что Бог хочет сказать конкретному человеку. Here's number two. Номер два. If you want to operate in gifts, если вы хотите практиковать дары, you've got to ask God for the Holy Spirit desire. И вы просите у Бога желание. Paul says, desire to prophesy. Желание к духовным дарам. И Павел говорит, что имейте желание пророчествовать. I remember when I got saved, я помню, когда я принял спасение. I was 17 years old. Мне было 17 лет. I was a messed up kid. Я был парень, который, у которого был полный бардак в жизни. And I remember reading the Bible. И я помню себя читающим Библию. And I remember reading in first, I think it's first Corinthians, where Paul says, desire to prophesy. И я помню, как я прочитал в 1 Коринфянам, Павел говорит: желайте даров, желайте пророчествовать. И сразу же я получил это желание. И я решил пророчествовать. Никто не учил меня, что это значит. Но я помню, как я вышел перед церковью и начал пророчествовать. И я знаю, что пастор мой был очень пророческим человеком. So the first time I prophesied to the church, he called me, he said, on Tuesday, I want you to come to my office. И когда первый раз вот так я попророчествовал всей церкви, он потом подошел ко мне и сказал: во вторник приди ко мне в офис. He said, I want to review your prophecy. Он сказал: я хочу осмыслить, обсудить твое пророчество. I was like, this is awesome. Okay. Я сказал: здорово. So then I go to his office, he has two pages of my prophecy. И когда я пришел к нему в офис, у него было два листа, записанных моим пророчеством. He has a copy for himself and he has my copy. Он сделал две копии, одну мне, одну себе. And he gives me a pen. И дал мне карандаш, дал мне ручку. And he goes, let's look at this. И сказал: давай обсудим. And he says, scratch that out. И он начал подчеркивать. Scratch that out. Начал вычеркивать. He just kept saying, scratch that out, scratch that out, scratch that out. То есть вычеркиваем это, вычеркиваем это, вычеркиваем это. And those two pages. И это были две страницы. Went to two paragraphs. Два параграфа. Осталось два параграфа. I was mortified. I was really mortified. Does that? Я был так мотивирован. He took two pages of what I said and brought it down to two paragraphs. Он взял две страницы того, что я наговорила, и из них оставил всего два параграфа. What was he doing? Что же он сделал? He was evaluating my prophecy. Он как бы сделал мое пророчество более ценным. He said, Gary, you said my little children 14 times. Например, он сказал: Гэри, ты фразу «мои маленькие дети» повторил 14, мои дорогие дети, повторил 14 раз. Gary, he said, you said, thus saith the Lord 12 times. И так говорит Господь, ты сказал 12 раз. Gary, you said this phrase 5 times the same time, same way. И еще вот эту фразу ты еще 15 раз повторил. He said, get all that stuff out of there. То есть все вот это убираем. And read what you actually said. И теперь прочитаем по сути, что же ты по сути сказал? He said, now that was a good word. И вот то, что осталось, это было действительно хорошее слово. And he helped develop my prophetic gift. Он помог развить мой пророческий дар. He said, don't just kind of keep saying the same thing over and over again. Он сказал: не продолжай повторять одну и ту же фразу снова и снова. Now, folks, I have about 15 hours of prophetic teaching just on how to operate in your gifts. У меня есть примерно на 15 часов учения о том, как управлять дарами, как практиковать дары. Я немножечко только скажу. Here's just number three. Три пункта. Is you got to build up your mind. Build up your mind. You build your mind. Yeah, you got to build your mind. Вы должны созидать ваш разум. In other words, you've got to know this.
Иными словами, мы должны хорошо знать Библию. If you know this, then it becomes a platform to prophesy. Если вы хорошо знаете Библию, то она будет основанием для вашего пророчества. If you don't have anything in here, если внутри вас нет ничего, nothing can come out of there. То нечему и выходить наружу. I've been around a long time, я много путешествовал. And I've seen some mindless prophets. Мне приходилось видеть неразумных пророков. People who prophesy all kinds of things that don't make it even sense. Людей, которые пророчествуют такую чепуху, которая не имеет никакого смысла. God wants us to be people of His word. Бог хочет, чтобы мы были людьми Его слова. That we would know His word. Чтобы мы знали Его слово. I've been a pastor for 33 years. Я уже пастор 33 года. And I still need to know more of His word. И мне все еще нужно лучше знать Его слово. Amen. Couple more. Build up your spirit. Созидайте ваш дух, стройте ваш дух. In other words, be a fervent worshipper. Иными словами, поклоняйтесь Богу. Pray in the Holy Spirit. Будьте Божьими поклонниками, молитесь в Святом Духе. Pray in the Spirit, building your most holy faith. Молитва в Духе созидает вашу веру. And so, in doing that, we yield ourselves to the Holy Spirit. И поступая так, мы подчиняем себя к Святому Духу. Two stories. Расскажу две истории. And then we'll pray. И будем молиться. Number one. Первое. I was in Laos. Я был в Лаосе. Laos is a communist country. Лаос — это коммунистическая страна. I'm sitting at my hotel eating breakfast. Вот я сижу в гостинице и ем свой завтрак. A couple tables over is a young lady. Через пару столов сидит молодая женщина. I don't know if she was having a rough morning. Не знаю, насколько было у нее ужасное утро. But she was kind of moaning as she's eating her cereal. Но она ест свою кашу с таким недобрым выражением лица. I said, Holy Spirit, is there anything you want this girl to know? И я спросил, Дух Святой, может быть, этой девушке нужно что-то узнать? Immediately I had two or three thoughts. И сразу же мне пришли 2-3 мысли. So I thought, I don't want to disturb her. И мне, конечно, не хотелось ей мешать кушать. I'll see her throughout the day. И я подумал, я ее еще увижу. And so we did. We saw her a couple times throughout the day. И действительно так произошло. Несколько раз в течение дня мы пересекались. At the end of the night, there's a market that is right down by the Mekong River. И там есть река под названием Майкон, и около нее находится рынок. This market is where you buy Gucci bags. Gucci bags. И на этом рынке торгуют сумками от Gucci. Authentic Gucci bags. I bought one for $10. Аутентичные сумки от Gucci по $10 за штуку. Все понимаете, о чем мы говорим? As I was buying my Gucci bag for my wife. И вот я собирался купить такую Gucci сумочку. I'm pretty sure it said Gucci, but that's okay. Я думаю, они даже, скорее всего, говорят Gucci, а не Gucci. And I saw the girl. И вот я увидел эту девушку. So I was with a friend, I said, stop her. И я был с другом и сказал, останови-ка ее, пожалуйста. So I bought the bag and I went over to her, I said, hi, my name's Gary. И вот я купил ту самую сумочку, подошел к этой девушке и сказал, привет, меня зовут Гэри. I said, I'm a pastor. И я сказал, я пастор. I said, sometimes God speaks to me about people. И я сказал, иногда Бог говорит мне о людях. I said, this morning God spoke to me, would you like to know? И я сказал, сегодня утром Бог проговорил мне кое-что, не желаешь ли ты послушать? Would you like to know what he thinks about you? Хочешь ли ты знать, что Бог думает о тебе? Now, folks, I've done that hundreds of times. Sorry? I've done that hundreds of times. Я подобного рода практику проделывал сотни раз. And I've never had one person say, и ни разу мне не попался человек, no way, I don't want to hear. Который бы сказал, нет, не хочу ничего такого слышать. I've had some strange looks. Бывали странные взгляды, вот типа такого. Вот такие вот типа. But I've never had anyone say, no, I don't want to hear God, what God thinks about me. Но никогда ни разу никто не сказал, нет, не хочу слышать, что Бог хочет сказать обо мне. I've never heard one person say no. Ни один человек не сказал мне нет. And so I said, here's the first thing that God spoke to me. И я продолжал. Так вот, первое, что мне Бог сказал. Now, this may not sound like prophetic to you, but it's as prophetic as this Bible. Может быть, вам это не покажется пророческим словом, но по Библии это, да, пророческое слово. I said, God told me that he loves you. Бог мне сказал первое. Бог любит тебя. You know what she did? И знаете, что она сделала? She started crying. Она начала плакать.
put her head on my shoulder. Положила голову мне на плечо. Why does this keep happening to me? Почему это со мной происходит? And then I said. И потом я сказал. Her name was Lindsay. Ее звали Линдзи. I said, Lindsay, God told me you're running from your problems. Дальше я сказал, Линдзи, Бог мне сказал, ты убегаешь от своих проблем. Then the sobbing got harder. И она начала рыдать еще сильнее. I said, you're running from all your problems and your pain, but God wants to heal you. И дальше я сказал, ты убегаешь от своих проблем и от своей боли, но Бог хочет исцелить тебя. I said a few more things to her. И еще несколько вещей я ей сказал. We prayed for her. Помолился за нее. We encouraged her to love God and open her heart to Jesus. Воодушевил ее, чтобы она любила Бога, чтобы она открыла свое сердце Иешуа. And then she went away. И она ушла. And we got a crepe. We got another dessert. И мы вернулись и получили свой десерт. Now I want you to see this. И я хочу, чтобы вы увидели следующее. I'm from Hamilton, Ontario, Canada. Я из городка Гэмилтон из штата Онтарио из Канады. Does anybody know where that is? Кто-нибудь знает, где это вообще находится? Other than Leon, a few people. Okay. Кроме Леона еще несколько человек знают. Wherever I go, most people don't even know where that is. Обычно, когда я в какой-то аудитории говорю, большинство даже не знают, где это находится. I was from Hamilton. Так вот, я из Гамильтона. My friend was from Cambodia. From Cambodia. И вот мой друг был из Камбоджи. We're in the nation of Laos. И народ Лаоса. Lindsay was from San Francisco. А, и вот в этом Лаосе была эта Линдзи, которая была из Сан-Франциско. But God brought all three of us into a communist nation. И при этом всех нас троих из разных мест Бог привел в коммунистическую страну, to intersect our paths, чтобы наши пути пересеклись. Just so he could say, Lindsay, I love you. Чтобы сказать, Линдзи, я тебя люблю. God wants everyone in this room to hear his voice. И Бог хочет, чтобы каждый человек в этой комнате слышал его голос. To access his thoughts. Чтобы каждый приблизился, достиг его мыслей. Not just for yourselves. Не только для себя самих. But for others. Но и ради других. For others. Чтобы помочь другим. Come on, can I hear an amen? Можем сказать амен? One last story. Еще одна история. What time do we have? We're good? Keep going? Okay. I was at a church. Я был в церкви. And I heard the name Bob. И я услышал имя Боб. And I heard the name Grant Avenue. И также название Grant Avenue. I heard engineer. И услышал слово инженер. And I heard a business person. И я услышал бизнесмен. So I said, is there a Bob? И тогда я сказал, on здесь Grant есть Avenue, Боб, и который из Грейт Авеню. You're an engineer, вы инженер. And you're a business owner. И вы владелец бизнеса. No Bob. Никакого Боба. Does anybody know Bob? А кто-нибудь знает вот такого Боба? Nobody knows Bob. Никто не знает Боба. So I'm okay with getting things wrong. Я сказал, ну, я подумал, что я где-то ошибся, ничего страшного. Nobody brings stones anymore. It's all good. Сегодня же камни не приносят, и поэтому могу жить дальше. I'm driving home and I'm saying, God, what happened? You embarrassed me this morning. И вот еду я себе домой и говорю, Господи, что же это такое? Как же я облажался сегодня? And I heard the Lord say, somebody will know Bob within your day. И Бог мне сказал, есть кто-то, кто познакомится с Бобом на следующий день. Right then my wife called me. И звонит моя жена. She said, our son's mother and father-in-law came to church today. Let's have lunch together. И она говорит, мужа нашей дочери родители были сегодня в церкви, и они приедут к нам, и мы будем обедать вместе. Got off the phone, the Lord spoke to me, said, they know Bob. И потом выяснилось, что они знают этого самого Боба. So I'm at lunch. И вот, значит, I'm not paying attention. Подходит время ланча. I'm thinking about Bob. Я все продолжаю думать о Бобе. My wife is kicking me under the table because I'm not talking. И моя жена пинает меня под столом ногой, чтобы как-то растормошить ей, потому что я не общаюсь с гостями. And all of a sudden I go, do you guys know Bob on Grant Avenue? He's an engineer and he's got his own business.
И вместо того, чтобы общаться по-нормальному, я говорю: ребята, а может вы знаете Боба с Грэт Авеню, который инженер, у которого свой бизнес? They said, yeah, we know Bob. Они сказали: да, знаем такого. I said, I have three things. И я сказал: у меня есть три вещи. You need to go meet Bob and tell him these three things. Вам нужно пойти к этому Бобу и пересказать ему три вещи. She starts crying. She goes, what is this? И она начала плакать и говорит, что... I said, it's prophecy. Don't worry about it. It's all good. Это пророчество, не волнуйся, все в порядке. She goes, this has never happened to me. Со мной такого никогда не было, говорит. I said, you're going to experience something. It's going to be awesome. Но я сказал: ничего, вы первый раз тоже бывает. So three things. Bob, your business, God's going to bless it. Так вот, первая вещь. Боб, ваш бизнес будет благословенным. Two, Bob, you have contracts that you need to sign. Второе, Боб, есть контракты, которые тебе нужно подписать. And three, Bob, you got some health issues. God wants to heal you. И health issues and God wants to heal him. И Боб, у тебя есть проблемы со здоровьем, и ты получишь исцеление. Бог будет тебя исцелять. She books a meeting with Bob. И вот она назначает время встречи с Бобом. Oh, by the way, Bob's not saved. И между прочим, Боб не верующий человек. She sits down, she tells about the crazy story of the guy who went, her son-in-law's father went to a church and called Bob's name out. И вот она встречается с этим Бобом и рассказывает историю об одном ненормальном, который посреди собрания в церкви встал и начал рассказывать о Бобе, искать Боба. She hands Bob the three things. И передает, пересказывает эти три пункта Бобу. Bob looks at it, he goes, I have no idea what this whole thing God blessing my business is. И Боб думает: ну что же это такое, Бог будет благословлять мой бизнес. But then he takes off his glasses. Потом он снимает очки. He starts doing this. И начинает делать вот такие движения. He says, but what is this? И говорит: что это? He says, and he points to contracts on his desk. И показывает на контракты на своем столе. He said, I've been struggling to decide whether to sign these contracts because I've got some health issues and I didn't know if I could do the jobs. И Боб начинает объяснять: вот у меня лежат несколько контрактов, и я в раздумьях, подписывать их или нет, потому что у меня проблемы со здоровьем, и, соответственно, я не знаю, смогу ли я осуществить эти контракты. He said, I don't know what to say. He said, this answers all the questions that I've been thinking. И он говорит: ну, не знаю, что сказать, но я получил ответы на все вопросы, о которых я размышлял. So she just shared Christ with him. И она рассказала ему о Боге, о Мессии. She prayed for him. Помолилась за него. And then off she went. И ушла. He said to her, "Can I share this with my partner because she's Pentecostal and she gets all this stuff?" И Боб сказал: "А могу я все то, что произошло, рассказать моему партнеру, моей партнерше? Она верующая, ходит в пятидесятническую общину, и, может быть, это будет ей интересно." The next week, I tell the pastor the story whose church I was in. И на следующей неделе я рассказал пастору этой церкви, где я побывал, всю эту историю. He goes back and tells his church. И он на собрании рассказал в церкви. And that morning, his brother-in-law comes up to him and says, "I was in that service." И его родственник сказал, что я был на том собрании утром. He said, "I've worked with Bob for 12 years." И он признался, что он 12 лет работал вместе с этим самым Бобом. He said, "But when Gary said Bob," но когда Гэри назвал имя Боб, he said, "I thought I heard my wife's ex-husband's name." Я, говорит, подумал, что это речь идет о другом человеке, о бывшем муже моей жены. And I didn't hear anything else. И я вошел в ступор и уже ничего не слышал. So the pastor said, "You need to call Bob this week." И тогда пастор ему сказал: позвони Бобу. And so he called Bob and talked to Bob about the same story of the crazy guy who came to his church and called out his name. И он рассказал, пересказал Бобу всю эту историю об одном сумасшедшем, который приехал к ним в церковь и утром выступил с пророческим словом о Бобе на собрании. And he got to pray with Bob. И он также помолился за этого Боба. I post this on Facebook and four of my friends know Bob and they meet with Bob the next week too. И всю эту историю я поместила у себя в Фейсбуке, и выяснилось, что еще четверо моих знакомых, моих друзей фейсбучных, тоже знают этого Боба. Навестили его тоже, now и пообщались с ним. God knows our name.
Вы знаете, Бог знает нас по имени. He knows where we live. Он знает, где мы живем. He knows what we do. Он знает, что мы делаем. And he wants to get our attention. И он хочет привлечь наше внимание. Wouldn't the Christian walk be very exciting? И вот эта жизнь верующего, она удивительная. If everyone in this room Если бы каждый человек в этой комнате начал бы слышать Бога не только ради себя самого, но для того, чтобы помочь людям, которые рядом с вами, вашим соседям, сослуживцам, люди, прохожие на улице. See, our job is to display the love of God. Видите, наша задача — это демонстрировать людям любовь Бога. To let them encounter God. Помочь им познакомиться с Богом. I really, truly believe that. Я действительно верю в это. I could tell you hundreds of stories because I have them. Я могу сотни таких историй рассказать вам. I get them every week. I get people calling me and emailing me of things that have been spoken over them that have come to pass. Люди пишут мне, люди звонят мне и рассказывают о том, как то, что я пророчествовал, реально произошло и осуществилось в их жизни. How many would like to operate in the spiritual gifts? Сколько из вас хотели бы иметь духовные дары и практиковать их? Okay, here's what I want to do. Вот что я сейчас сделаю. I want to pray a prayer over you. Я буду молиться за вас. I'm just a guy. Я лишь человек. But I recognize that's on what's on my life. Но я в своей жизни понял, что есть возможность, есть способность передавать. И когда мы молимся за вас, мы передаем вам. И Бог может так коснуться вашего сердца, что вы будете слышать его более глубоким образом. That God can minister to you and through you. И Бог будет служить и вам, и Он будет служить через вас другим. So I want you who want to operate more in the gifts, stand up right now. Те люди, которые хотят действовать духовными дарами, встаньте, пожалуйста. Because we're going to pray. Мы будем молиться. And we're going to believe God. И мы будем доверяться Богу. That your lives are going to be radically impacted. И ваша жизнь будет радикально изменена. Listen, prophetic gifts are not weird. They're not weird. Пророческие дары — это не нечто странное. In many ways, there's been a lot of weird prophetic stuff. There's a lot of crazy weird prophetic stuff. Бывает во многих случаях, что люди пророчествуют какие-то неадекватные вещи. That's not what God wants. Но это не то, что хочет Бог. He wants it to be normal. Он хочет, чтобы вы были адекватными. So would you just lift your hands to the Lord? Давайте поднимем руки к Богу. I'm going to pray a prayer. Я буду молиться молитвой. And then we'll start ministering to you, some of you guys. И потом я буду служить некоторым из вас. So, Father, this morning, Отец, сегодня утром we thank you for the gifts. Мы благодарим Тебя за дары. We thank you for the Holy Spirit. Мы благодарим Тебя за Дух Святой. Lord, we thank you that it's the Holy Spirit that manifests the gifts through us. Мы благодарим Тебя за то, что Святой Дух проявляет свои дары внутри нас. Jesus, you are the giver of gifts. Иешуа, Ты даешь дары. And so we just release your impartation right now. И мы высвобождаем Твою способность передавать дары сейчас. We pray an impartation to hear your voice. Мы молимся о том, чтобы каждому из нас дан был дар слышать Твой голос. You said, my sheep know my voice. Мои овцы знают мой голос, говорит слово. And so God, speak to us right now. Поэтому, Господь, говори нам сейчас. Speak into our ears. Говори в наши уши. Open our ears. Открой наши уши. Awaken us in the morning. Пробуди нас утром. That we would hear as a disciple. Чтобы мы стали слышателями и учениками. That we would have a word to those who are weary in season. Чтобы у нас было слово для тех, кто нуждается в нем. Holy Spirit, Дух Святой, give us your thoughts. Дай нам твои мысли. I pray a stirring right now. Я молюсь сейчас in this community, в этом собрании a prophetic gift, пророческие a дары. Prophetic stirring. Prophetic what? Stirring.
пророческое движение. Lord, I pray in the name of Jesus. Во имя Иешуа, Господь, я прошу. That you would fan into flame. Fan into flame. Чтобы вы воспламенились. And you would just stir every person. И чтобы Дух Святой наполнил каждого человека. To believe that you can use them. Чтобы они поверили, that что ты можешь их использовать, чтобы ты pour through their lives. Излился в их жизни и излился через их жизни другим. Во имя Иешуа. And everybody said. И скажем все вместе. Amen. Amen. Amen.